Конгрессе одобрили 350 миллионов на оборону Украины. В проекте оборонного бюджета США, кроме выделения средств, предусмотрены поставки летального оружия Киеву. В Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает 350 миллионов гривен для Украины, в том числе в виде летального оружия. Документ опубликован на сайте Комитета по вооруженным силам Сената США. При этом изначально разрешено израсходовать лишь половину суммы, вторая часть может быть потрачена только в том случае, если глава Пентагона убедится в успешности военных реформ, проводимых Киевом. Также в законопроекте одобрено выделение 4,6 миллиарда долларов на противодействие России в Европе и 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения российской агрессии. Кроме того, проект оборонного бюджета предусматривает выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок наземной ракеты средней дальности. В целом на оборонные нужды предполагается выделение 700 миллиардов долларов, что на 26,1 миллиарда превышает официальный запрос президента. Отметим, для окончательного утверждения законопроект должен пройти общее голосование в Палате представителей и Сенате, после чего подписан президентом США. По материалам сайта newsgro.com.